в редакторе, связанное с новой опцией Promobox или Pop-up. Создаем Promobox, который открывается, когда мы кликаем в соответствующее место. Вот, допустим, я задал, что по данной ссылке открывается Promobox. У Promobox есть возможность его закрыть через соответствующий крестик. Но если мы переходим в мобильную версию и смотрим, например, на телефоне, то никакого крестика здесь нет. И никак выйти из промобокса невозможно. Единственный выход – перезагрузить страницу. Причем дело не в слоях, здесь нет слоев. Здесь просто нету кнопки для закрытия промобокса.